Этот люк ни черта не видно, но, по-моему, там кто-то ходит. И если нас тут запалят, это будет прям очень нездорово. Но очень плохо видно. Стекло все треснуло, а двойное, как на самолете. Ну, собственно, это и есть частично самолет. Так, ну что, друзья, мы внутри Луня. И сейчас пойдем выяснять, что же находится там впереди, где кабина. Поехали. Похоже, здесь какая-то энергетическая установка. Вниз? Самое интересное там. Похоже, что пульт управления. Здесь радиопункт, а здесь камбуз, между прочим. Вот это да, покушать можно было. Щит районный. Это, походу, какая-то внутренняя электрическая система. Здесь можно что-то включить. Ну, пожалуй, не будем это делать. Подные, смотрите, люки открыты. Вот он, кстати, этот открытый люк. Это какие-то электрораспределительные щиты, похоже. Щит подсветки. Подсветки щитов. Но это в основном всякие электрические тоже штуки по управлению. Видимо, экранопланом. Очень много всего тут. А вот здесь, кстати, звонок ревун, пиропатроны, управление звуком. То есть здесь сигнализация была еще. Вот на этом щитке управлялась. Кнехт для якоря. И вот здесь вот носовые клюзы. Получается один, да? Сюда запихивался якорь. Ну, точнее, он, видимо, вот как-то сюда наматывался и сбрасывался. Похоже на то. Ага. Тихо, тихо, главное. Соблюдаем тишину. Мы не улетим, если что. Это пульт управления. А чем? А это пульт управления двигателями, между прочим. Работает. То есть фактически. Фактически, здесь был какой-то механик, который управлял, вот они так, это РУД, ручка управления двигателем. Так, ну что, запускаем, готовы, поехали. Это вход, то есть он же выход. Пойдемте теперь в кормовую часть. Где-то здесь должны быть пункты управления ракетами. Ага, вот они. Вот здесь и запускали ракеты, друзья. Вот здесь. А, тут все сохранилось, смотри. Пульт проверки ППРЦ. Что бы это ни значило. 85-й год. Учет работы 89-й. Это комплекс КПА-86. Адрес информации. Загрубление в децибелах. Признаки обнаружения, вид информации, параметры. То есть, в принципе, шкала, калибр метки – это радар. Это радар. Он определял, как именно будет запускаться ракета. И тут нужно было курс поставить. А вот она, Windows, вот эта кнопочка. То есть тебе надо было взять и а это ключ на старт, кстати, походу, вот здесь вот, видимо, да. Тренировочный, походный, боевой. То есть здесь вставлялся ключ.
поворачивался и переключался режим. И покуда ты его не откроешь, ничего никуда не полетит. А это открытие шахт ракетных. То есть ты мог... Состыковка, расстыковка, команда. Вот. Здесь вот можно было, видимо, открыть шахту и... Это какой-то счетчик. Ну, то есть это ПД, да, это компьютер старый, получается. Калькулятор какой-то. Что-то он считал. Параметры ППМ, пеленг, отклонение. Курс, видимо, считал. Какой-то курсовой компьютер. Не греби, не свети. Да-да-да, тихенько. А это, походу, аккумуляторы. Здесь. А что это такое тогда? Господи. Алярм. Я даже не хочу знать, что такое помещение 244. А что такое помещение 243? Ну, видимо, здесь было то, что нужно было спрятать. Потому что это отключили. Секретное помещение. Загрузка ленты. Что за лента? А, лента. Пушечная. ГШ-23. Не ходи сюда, Настя, тут очень грязно. Много песка. Бери фонарь, не свети. Прячу. Все, выходим тихо.